Только в плей-офф можно купить билет на один матч, а на выходе получить полтора, два или даже больше. Московская «Динамо» матч первого раунда Кубка Гагарина против нижегородского «Торпедо» не просто сыграла, а отработала. А учитывая репутацию команды Петриса Скудры, работать динамовцам пришлось много. Свободный лед в этот вечер в ВТБ Ледовом дворце искать было бесполезно. Дисциплина и у «Динамо», и у «Торпедо» на уровне. Защитные построения у обеих команд начинались от чужой синей линии, и о комбинационном зрелищном хоккее пришлось довольно быстро забыть. Очевидно, что в таком матче напряжение в разы возрастало, когда команды играли в неравных составах, но Александр Еременко и Михаил Бирюков поочередно творили маленькие вратарские шедевры. Где-то и вратарь хорошо сыграл, где-то мы сами, да, в штангу попали чуть выше, чуть ниже. Наверное, в этом надо добавить. Чем дольше команды не могли забить, тем выше становилась значимость гола. Ближе к концу основного времени эмоции игроков уже кипели. На льду раз за разом возникали стычки и словесные перепалки. Но обе команды продолжали терпеть. Чувствовалось, что и те, и другие хорошо подготовились к этой серии. Разобрали друг друга до мелочей. Легких матчей не будет. Все будут такие матчи. Терпеть, работать. Все. Говорить о преимуществе какой-либо из команд в дополнительное время необходимости нет. И «Динамо», и «Торпедо» эпизодами выдавали атакующие смены с давлением в чужой зоне. Однако оборона продолжала доминировать над атакой. И лишь на 93-й минуте матча произошло вот это. Карсумс и Кашпар отвоевали шайбу за воротами «Торпедо», а Карпов, следом получивший передачу, долго думать не стал. Бросок не получился, но цели достиг. 1-0. «Динамо» побеждает. Так сложилась упорная борьба была. Первые два периода они нас как бы в зоне держали, кружили. Мы выстояли, потом сами в атаку перешли. Очень много моментов не забили. Много штанг было, там черенки клюшек у вратарей. Но так получилось. Хорошо, что мы забили и выиграли эту игру первую. Минимальный счет этого матча стал новым достижением для Александра Еременко. Не пропустив первый номер, «Динамо» побил, казалось бы, вечный рекорд Виталия Еремеева по количеству сухих матчей за клуб. Теперь ориентир 54 игры без пропущенных шайб. Будем надеяться, что эта цифра еще изменится. Приходите на хоккей, поддержите команду. Второй матч серии против «Торпедо» уже в четверг. Очень много моментов, да, было в игре. И... Спасибо, Марч. Вот, и... Спасибо, Марч. Вот, и, в принципе, наверное, отсюда такой результат. Спасибо, Марч. Вот, и, наверное, отсюда такая игра, да, что, может быть, перенервничали, может быть, что-то еще, и отсюда, наверное, такой результат.